Дело в том, что я свою проблему с парковками и передвижением решил локально. Я переехал за город. Я считаю, что вообще самый комфортный образ жизни для москвича – это жить за городом и приезжать на работу в Москву. Но это сугубо мое субъективное мнение, поэтому я, наверное, меньше других москвичей встречаюсь с проблемой парковок и передвижения по каким-то улицам. А по поводу развития велосипедных, вот именно участков, где люди могут передвигаться на велосипеде, я только за, я более того, считаю, что люди должны пересаживаться на велосипеды. Это очень удобно, комфортно и здорово.